Варкала. Здравия, друзья! Сегодня 7 мая 2020. Мая? Да, у нас пошло послабление карантина. И, как мы видим, появилось достаточное количество людей. Мы сейчас сидим и кушаем вот ВАДу. ВАДу. Это не ВАДа. Ну, типа ВАДа. Пьем чай. Вот чай. Индийский чай. Это молоко с черным чаем. Очень вкусная штука. Рецепт очень уникальный, надо еще научиться делать, даже дома никак не получается. И так интересно, такие люди, как зомби, такие ходят, такие в маске, так пум-пум-пум-пум. А что произошло здесь? Мы сейчас находимся в центре Варкала, мы в парке здесь. И открытые, вот, да, можно кушать сюда, вот мы скушали, да, купили это. Открытые такие вот забегаловки, типа чая. Рестораны не работают, рестораны только дают парсел, это значит на вынос. Открытые многие магазины, мобильные открытые. Hardware store открыто. Бытовые товары открыто. Продукты, конечно. Некоторые же. Одежда. Одежда некоторая открыта, да. Ремонт мотоциклов. Открыта бензозаправка, конечно же. Фрукты, овощи, это само собой разумеется. И вот такие забегаловки, как типа вот это вот. Вкусная очень штука. ВАДа, типа, какая-то особенная. И намного больше людей стало, намного больше. Мы видим, какое количество мотоциклов, людей, все. Насколько я понимаю, также продлили время. Раньше было там с 7 до 5 ходить. Сейчас уже до 7 вечера. То есть можно как-то ходить. Хотя мы все время ходили, не знаю. Ну, что официально там. В общем, такая штука. Вот, люди идут. Так интересно, люди идут в этих маски такие, да? Пум-пум-пум. Как все люди в масках, так, такие зомби такие. Тик-тик, сидит человек, вот охранник. Маски такой, тыдым. Какой маски. И мы такие маски тоже. Кстати, да, если полиция встретит, то может сначала, для иностранцев сначала штраф 200 рупий, может быть предупреждение, если ты им понравишься. Если не понравишься, могут даже штраф расстрахивать сразу на... Ну, штраф там какой? 17 тысяч рупий, да? Нет, не буду, это в Украине 17 тысяч. Ого! Да. Ну, здесь я не знаю. Ну, тоже очень дорого, я слышал. Очень не дешево. Ну, то есть, второй раз нарушил, штраф будет немало. Поэтому, вот, нужно быть очень осторожным. Гремит, походу. Гремит. Да? Да. Дождик. Кажется, дождь собирается. Каждый дождь собирается. Винни-Пух такой. Каждый дождь собирается. Да. Ну вот так. Мы с ним здесь место, кстати, здесь рядом полицейский участок, да, так что. Ну, вот такая жизнь. Такая жизнь. Сегодня у нас, напоминаем, 7 мая 2020. Жизнь продолжается. Люди потихонечку выходят из-за состояния. Пойду куплю еще этой ВАДы и этого угощу этого дядю. А, смотри, стоит там как раз возле кормушки. Да? Да, пойду его угощу. Ну, мы продолжаем путешествие по Индии. Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю. И ты знаешь. Я знаю. И ты знаешь. Ты можешь это делать. Делай это вместе с нами. Намасте.